На сцене появится симфонический хор Свердловской государственной академической филармонии. Художественный руководитель, заслуженный деятель искусств России Андрей Петренко. Хор был создан в 2008 году. Ежегодно хор дает около 50 концертов в России и за рубежом. В составе хора 60 профессиональных музыкантов. Репертуар огромен, от русских народных песен, русских романсов до масштабных сочинений, таких как «Торжественное место Бетховена», «Реквием Моцарта» и другие. Под управлением Андрея Петренко хор гастролировал во Франции, Германии, Дании, Китае, Японии, принимал участие в симфоническом форуме России и таких международных фестивалях, как «Бетховен Фест», «Безумные дни в Нанте», «Харбинское лето», «Московский пасхальный фестиваль», музыкальный фестиваль «Евразия», а также фестиваль «Безумные дни» в Екатеринбурге. Симфонический хор Свердловской филармонии сотрудничал, наверное, с самыми лучшими коллективами и России, и Европы, и Азии. И выступал под управлением, наверное, выдающихся действительно дирижеров современности. Выступления хора проходили в концертном зале имени Чайковского и Храме Христа Спасителя в Москве, в концертном зале Мариинского театра и Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге, в Парижском зале Плиель и Эльбской филармонии в Гамбурге, в Бетховен-холле в Бонне и в зале Харбинской филармонии. Но, наверное, все же самый любимой сценой симфонического хора является сцена нашей Свердловской филармонии. Ну вот уже практически все приготовления сделаны. Сейчас симфонический хор Свердловской филармонии появится на этой сцене. Встречайте их, пожалуйста. Георгия Свиридова «Зорю пьют». Солисты: заслуженный артист России Владимир Рыжков, Елена Галушко и Екатерина Назарова. Концертмейстер Анна Щенникова. Дирижирует заслуженный деятель искусств России Андрей Петренко.
«Калитка», обработка Александра Флерковского, солистка Клавдия Башкирцева. Вечерняя музыка из симфонии «Действо. Перезвоны». Солисты: Альбина Шайхиева, Светлана Перевалова, Екатерина Назарова и Екатерина Бровина.